дочка, посмотри, сколько там цапель стоит, дочка. Белое это все цапли. Какие-то. Вот это все белое, это все цапли. Хайвей стоит на воде. Высота где-то пятиэтажного дома, эстакады вот этой. Потому что живые выше. Продают елки, а тут вот ферма со свиньями. Животноводческие фермы. Все это, конечно, частное, не какие-то не колхозы, не совхозы. Где-то там кони стоят вдалеке, наверное, их не видно. Лошади, вон они видны. Это кони, а не коровы. Тут вообще выкорчевывают деревья. Пишут на каждом дереве, что есть разрешение, чтобы выдрать это дерево. Вот водонапорная башня Flower Mood, и вон эти коровы стоят. Короче, трындец. А тут вот везут что-то, сторож какой-то. Частная собственность, вот написано, у кого-то целый лес. Впереди олени. В общем, надо аккуратно тут ездить. Это какая-то частная собственность, там у кого-то фонтан такой. Pepper Creek Ranch. Какой-то ранчо, короче. У нас уже осень. Если вы видите, это вообще второй или третий день зимы уже. Но это вот за три осени, которые мы здесь, это первая реальная осень, где есть оранжевые и красные деревья. До этого не было ничего. Это вообще мы уже, я даже не знаю, как это обозвать, город Ранок. Ну, конечно, в нашем понимании городом это не назовешь, но в общем это у меня все через наш драйвер. Ехали мы в Ранок, едем сейчас в центр даунтауна города. Город очень интересный, вот такая красивая стояночка у нас тут. Сейчас будем куда-то тут искать, куда нам заехать. Не знаю, что-то здесь где-то стать, вот парковка. А, не въезжать написано сюда. Там он закрыто тоже, типа. Сюда поедем, да? Ну, давай сюда. City Hall, комьюнити тут какой-то. Что-то тут... А, это, наверное, у них ярмарка здесь какая-то.
куча места для парковки. В общем, доехали наконец-то мы в этот ранок. Это даунтаун ранок. Вот такие кафешки, здания. Вот дядя стоит. Гуляют люди. Все украшено. Скоро Крисмас. Вот такой городочек, ранок. В Техасе какой-то интересный такой ресторанчик с таким бассейном. Вот это, наверное, типа у них одна из площадей. Тут местная забава. Привезли горку, все катаются на снегу. Вот так вот интересно это все выглядит. Вот такой домик в центре города. И вот это вся очередь, чтобы покататься. Вот снежная такая вот дорожка. И вот катаются люди. Вот так люди скатываются. Такая вот, такой вот аттракцион. Вот тут написано. Вот такая вот горка. И грузовички. Воронок. Сейчас дойдем до елки и пойдем назад. Вот здесь обычная архитектура США. Такие вот кафешки. Очень желтые деревья впереди. Вот такая вот красота. Вот такие вот домики. Дальше уже идет американская абсолютно архитектура. Здесь такое здание в виде музея. Ну и вот елочка в Роноке. Вот такая вот красивая елочка. Американец идет. В общем, кафешки. Мексикан ресторан. Вот такие вот интересные исторические здания. Ну и, как говорится, Америка без еды – это не Америка. Вот такие вот красивые домики на колесах предлагают разного рода фастфуд. Приятно, что осень чувствуется, очень красиво. Здесь тоже такое здание на колесах. Такие вот есть. Так можно так его назвать. Здесь тоже куча ресторанов. Мы идем в центр. Конечно же, главное мероприятие в году. И вот башенка Ранок. Ну вот, самая красивая бочка в Раноке. А мы стоим в очереди. Кто бы знал куда? Куда мы стоим в очереди? Стоим вот такая вот очередь. Так, это вот обл.администрация Ранока. И тут вот как раз сидит Санта. Ждем очередь. Наш ребенок сейчас пойдет к Санте. Желание загадала? Давай, тоже плакать будешь обязательно. Все, давай, стартуй. Стартуй. Давай, пофоткай ее.
Вот Holiday. А мы идем в этот замечательный, прекрасное голубое небо. И если вы видите, вот еще стоит такой ранок, грузовичок. А вот за ним мы видим с вами настоящую, красивую Америку, одноэтажную. Вот такие интересные полицейские. Вот здесь у нас такие вот интересные пони. Вот они. Их можно погладить. Санта пони. Вот так. Вот такие вот альпаки тут. О, сбросила свой шапку свою. Иди, где наша Златочка? Иди, Златочки, Златочки. Златочки, Златочки. А? Чё? Да не цапнет она, глянь, как она миленькая жует. Причесон у нее, видишь, реснички какие. А какой у нее мех? А ну да. Сейчас, я не вижу ее. А, она такая, как нерасчесанная какая-то. Давай. Не знаю, слышно вам или нет вообще. Она такая, делает. Типа она не хочет, когда... Так вот, Fire Department. Пожарная станция. О, иди розовую возьми, нет? Шлем. Сейчас и Златка возьмут. Стикер, карандашик и хелмет, шлем. Cool. Тебе идет. Спасибо. Я буду теперь пожарную. Пожар. Вот наверху такой флаг американский. Как говорится, и мы идем по лесенке, точнее спускаемся, и вот у нас пожарная машина. Ранок. Fire Department. Вот такая она. И парамедики сразу там сидят, и все, он как все блестит, и все красиво. Я, конечно, нажимать тут ничего не буду. Это какие-то тут лесенки и лампочки, и помпы включаются, и всякое разное. Все блестит, все натерто. Вон какой краник. И тут все их спасательное барахло, став весь. И вот штиль, это не реклама. Бензопилы, болгарки и всякая ерунда. И там вот еще лежат всякие огромные молотки, огромные, как это называется, кусачки, в общем, куча ламп. И очередные лесенки и флаг. А здесь вот лестницы, рукава. Блин, сорян, это было видео. Так, вот такая очередь. Вот техасская забава — метание топоров. Типа дартс, но не дартс. Топорной дартс. Раз, два, три.
Так, вот. Леска по дереву. А что я там должна выиграть? Нет. Пахнет деревом. А, вот они там прям это и вырезают. Мастер. Вот какая-то птичка. So my wife, she collects sparkles from every other corner. Thank you. Oh, really? Oh, my gosh. And here is an Indian. Птицы раскрашены. Welcome. Кардинал. Это вот птица красная. Вот полицейский на Сигвее. Много он поймает преступников на Сигвее. Куча-куча всяких вот этих вот ларьков с едой, претзели, корндоги, техасские ковбои прям, да, в ковбойских штанах, в дубленке, на улице плюс 10, он в дубленке, в шляпе, в общем, мэн такой. Ну да, мы в розовом шлеме. Вау, вау-вау-вау, вот такой форт. Ржавый-ржавый. Не открывается он даже. Custom cab. Вот там даже вон у него гнездо какое-то. А то оно не видно. Гнездо. Гнездо какое-то. И внизу он весь ржавый, прогоревший какой-то. В общем, хоть бы его отремонтировали. Такой интересный, а он весь... Это я уже отсвечиваюсь. Как бы мне так сделать? Машину довели, называется. Так, а, в нем растет дерево. Спортгараж. Ну, дети скачут. Вон мальчик в шортах, кто в дубленке, кто в шортах. В общем, как всегда. Это Техас. Идем дальше, смотрим, что у них здесь еще есть. А, и вот он этот гараж. Вот он этот гараж. Какие там у них тут? Текс-мекс кантина. Очередные рестораны. Начало уже темнеть. Мы идем к собору. По американской такой вот настоящей улице, вечерней, много людей, все отдыхают. Сегодня первый день рождественских праздников. О, тоже шапочка вот такая. Лошадка висит. А, смотри, лошадка висит. Можно ее так вот тронуть, она так будет качаться. Вот такие интересные ребята. Новогодние. В общем, праздник начался. Вот. Атмосферу вот всего этого праздника. Куча таких вот заведений. Ну, а здесь просто космос. Все, как говорит Марина, олдскульное. Посмотрите, какие классные лошадка. Лет точно она годов 50-х. Туда можно кинуть денежку, и она будет работать. Такая лошадка. И обратите внимание, вот это тоже машинка, все работает. Ой, вообще космос. Посмотрите, какие машинки. И обратите внимание, они все рабочие. Просто обалдеть. Мы зашли вот в такой интересный магазин. Сладкоежек, здесь куча сладостей, вот так он там называется. Одни конфеты, обратите внимание, все в конфетах. Вот ножки, такая елочка, все в конфетах. Так вот все продается.
Короче, магазин для сладкоежек. Ну, а меня, как всегда, интересуют в основном только машинки. Вот так вот можно поднять багажник, открыть дверь. Все настоящее. Просто супер. Посмотрите, какие классные здесь они стоят. Просто космос. Это какая-то игра, наверное. Куча конфеток разных. У девочки такие продают все. В общем, вот такой вот магазин. Thank you, sir. Для сладкоежек. Ну, а кто не наигрался с детства, может посмотреть здесь лошадки. Вечером становится еще более красиво. Вот она, американская жизнь настоящего американского маленького городка. Обратите внимание, какой красивый закат, как уже вечереет. И вот так вот люди кушают, просто сидят на полу и кушают. Ну, американцы простые люди, классные, такие же, как мы. Вот здесь можно получить шарфик. Такие вот шарфики. Можно вот так вот получить такой шлем. Это пожарная часть. Вот она, пожарная машинка. Жиронок. Вот на чем ездят ребята. Воронок на таких красавцах. Пожалуйста. Вот это стальные кони. Ранок. И вот такая красота. Вверх уходит флаг США. Ну и что? Правда? Вот они. Полис. 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 Ранок, полис на Харли Дэвидсона. Вот такая красота. Харли Дэвидсон, полис, ранок. Вот так вот выглядит полицейский мотоцикл спереди. И вот такая неотъемлемая часть. Вот он. Ранок, полис. Обратите внимание, в каких штиблетах ходят полицейские. Ну вот пожарные. Вот ранок Fire Department. Вот такие настоящие бравые ребята Fire Department ранок. Сегодня в городе ранок на празднике Christmas, который скоро приближается. Та машинка. Моя девочка подошла к Форду, моя доченька, 50 лет ему, тому Форду уже больше, чем моей доченьке. А, какая красота! Ну, я не сомневаюсь, что девочки подсняли этот Форд, но я тоже немножко подсниму. Вот он, какая красивый шилдик. Настоящие фордовские колеса. Делали же раньше машины красивые. Вот такая вот классная тачка в Роноке. И это бар, ресторан. Хотел подснять такую голубую елочку в этом заведении. Очень красивая. Классная тачка стоит у ребят. Офигенная просто. То есть это заведение интересное. Вот такое вот в Техасе. В Роноке очень модное. И здесь вот такой вот футбол. Барные стойки. Интересная штука очень.
общем, вот такое интересное заведение. Скажем так, модненько так. В Ранокке прям совсем модное такое заведение. Кстати, здесь сейчас доступны фотозоны. Вот, можно вот так вот пофотографироваться, люди стоят в очереди. Даже не верится, что такая красивая желтая листва в Техасе. И вот такой интересный стол, огонь в ресторане. Все по-взрослому. Красивый магазинчик. А решил я зайти все-таки в этот домик. Это какой-то интересный, особенный домик. Магазинчик. Здесь вот. Если зайти вовнутрь, это магазин мебели, вот такой интересный, очень красивый. Такие листики, дерево из листиков, кленов. Здесь дизайнерский интерьер. Все очень... Девушка сказала, что вот это picture, это работы дизайнерские ее, все это. И вот видно сразу, что очень модерн, европейский такой присутствует здесь, что очень редко. В общем, вот такой бар техасский. Настоящий техасский бар. Вот дядя поет. Сейчас пойдем послушаем. Музыкальный вечер. Настоящий прям огонь. Сейчас по всему как готовят еду. Вот так вот. На таких больших печках. Вот так готовится еда. Такие стейки. А это лук. Вот так что-то переворачивает. Очень будет это выглядит. Вау. Цены, в принципе, здесь вот порк. Такие цены. Здесь тоже вот видно, как можно выбрать себе колбаску, наложить что-нибудь. Это круто выглядит. Вот кукурузка варится. Движуха идет. Полный... Вот так выглядит это заведение. Прикольно. Ну вот. Фастфуд. И в другую сторону. Вот такая красота. Так, реально настоящая такая Америка. В общем, вот такая аллейка красивая. Праздник.